Приветствую, друзья, сердечно. Вы представляете, хотим вам сделать необычайно полезную вещь. Ну, можно сказать, прямо подарок, потому что это бесценно, это бесценно. И для этого вот у нас есть комната психологической разгрузки, виртуальная. Вот мы делим жизнь на две части. В одной части вы делаете то, что надо делать, а в другой части вы восстанавливаетесь, делаете то, что хотите делать. Это за закрытыми дверями 5-10 минут в день, кому как нужно. Вы там выговариваетесь, ходите, все, что на душе лежит. Вы там делаете любые упражнения, а если вы скажете, а мы не знаем, какие упражнения делать. Поэтому мы возьмем вместе с вами сейчас, придумаем героя. Ну, например, был такой герой прекрасный, Незнайка, или Чиполлино, там, или Буратино, там. А вы, пожалуйста, предложите, кто захочет, героя, нарисуйте его, и мне на WhatsApp пришлите 926-709-50-60, да, и мы выберем, у нас же есть целая школа, человек больше Homo Futurus, мы сядем, выберем картинку вашу, ее потом сделаем мультипликационно, и потом человек, который хочет разгрузиться, восстановиться, набраться силы, войти в жизнь уже здоровый, сильный, крепкий, с хорошим иммунитетом, с хорошей стрессоустойчивостью, с творческими качествами и способностями, способный делать то, чего он никогда не мог сделать и вчера, и даже до этого не додумывался, даже не мечтал об этом. Вот таким, чтобы он выходил из этой комнаты, это самая современная техника медитации, которая приводит к нирване, к разгрузке. Комната психологической разгрузки самая современная, которой раньше никогда в мире не было. И поэтому нужен персонаж, повторяю, а тот, который пришлет нам этого героя нарисованный, просто нарисовать, чтобы было понятно, чтобы наши художники могли разрисовать, сделать мультипликацию, чтобы потом человек, который скажет, а я не знаю в этой комнате психоразгрузки 5 минут в день, какие упражнения мне делать, а мы там покажем десяток разных упражнений, этот герой покажет. А вы будете смотреть и выбирать то, что вам нравится, то, что резонансно вам. И сможете это сделать и разгрузитесь быстро. И у вас будет такое состояние, такой прилив энергии, с которым вы выйдете в жизнь и будете делать то, что надо вам делать. И будете делать то, что даже раньше вчера не могли делать. Вот такие дела. Поэтому, кто это сделает, я нарисую вам белую ромашку вот такую. Вот такую, только еще лучше. Потому что этот год, он будет посвящен... С нашей подачи, с подачи школы «Человек будущего» Homo Futurus, белые ромашки. Любит, не любит, будет, не будет. Ну, это прекрасно, да? У вас будет на стене висеть, а мы это придумаем как. Итак, друзья, ждем ваших идей. Вместе мы – сила. Вместе мы – коллективный разум. Поэтому мы – вместе все и сохраним разум на планете, сократим кризисы и войны и потребность лекарств. До встречи!